Мой ужин. Всем привет. Так, пришел я после работы, значит, сейчас быстренько покушаю, съезжу, сдам телефон в ремонт и забегу в боксерский зал, точнее, в зал по боксу. Ну, как-то так. В общем, сниму для вас свой вечерок после работы. Значит, похавал. Я уже на улице. Поехал, сдам телефон, два телефона в нерабочем состоянии. Пойду отдам, наверное. А то моей работе нужен телефон. Телефона нету. Короче, подумал и решил к лету. Хочу купить литье. О, вот так. Купить нестандартное литье хочу на машине. Какой-нибудь радиусом побольше там или что. Ну вообще хочу заняться автомобилем полностью. Приводить его в порядок. Просто жили в Челябинске. Когда денег особо не было. Маленько машинку свою подушатал. Вот. Надо ситуацию исправлять и, так скажем, контентик будет. А то голову ломаю, городочек небольшой. Что-то надо для вас, зрителей, снимать. Кроме как на работе, дел никаких-то и нету вроде. Вот так по мелочам. За картошечкой в гараж там, такие вот задания. Вот. Сейчас поеду, отдам два телефона своих, а то я замучился на свой Samsung, на который я первое видео снимал, я в итоге опять с ним хожу, то есть там в прошлых видео я где-то сказал, что вот у меня, говорю, iPhone жены, типа, качество там лучше, ну, что-то такое. Вот, в итоге, что, дал этот iPhone, он там батарейку не держал. Пацану, в общем, отдал его с работы. Думаю, может сделать, может, что кого. Вот, перстень, ну, вроде сделал. Поменял корпус, и все, и после этого он стал загружаться только до яблока. И все на этом. Сейчас повезу, не знаю, что скажут мне. Вот. Покупать-то особо деньгами еще не разжились. Так что купить его я себе, наверное, телефон новый, в смысле, не смогу. Пока. Кстати, вот поменяли мне корпус, был треснутый. Сам iPhone черный, корпус белый. Новый был уж пора, если бы давно нового ничего не покупал. Шутка. Вот. Сейчас отдам. Хоть бы сделал. Главное, чтобы сделал. Потому что тот у меня, я же не договорил, который телефон-то я снимал на Samsung, он меня глючит так, что я не знаю. Глюки такие, это не объяснить словами. Поэтому, а мне на работе, то есть нужен рабочий телефон полностью, чтобы я мог там что-то отметить, куда-то зайти на сайт там. Наверное, еще доеду до спортзала, до боксерского. Совсем обленился, надо приходить в форму. Раньше как, после работы приходишь, сразу же вещи собираешь и в зал. Сейчас же с работы приходишь, вещи все бросаешь на кровать и все. И пошел на YouTube смотреть видосы. Движух охота, движух. А движухи, чтобы были, надо их мутить. Я же в секцию бокса хотел разузнать, что к чему, что почем.
то вдруг что случится, а постоять за себя не получится. Не, я могу отмахаться там, да, конечно, все боевые, бойцовские фильмы эти смотрели, да и бои UFC тоже, я думаю, что каждый в своей жизни хоть один бой ты видел. Вот по этим боям-то, конечно, да, помахаться там, руками помахать можно. Но это будет не так эффективно, как если бы тебя этому учили и каждый день бы тренировали. Ну, не каждый, там, через день, по-моему, 3 дня в неделю. Так, узнать просто, что надо с собой, что по оплате там. Поеду, заценю, выскочу на ринг с кем-нибудь один на один, да. Это шутка, я тут. То будете мне писать потом, что не выскочил. Так, ну и ситуация в целом отличная. Можно уже планировать свои занятия. Вот, все устраивают. То есть у них в 6 часов вечера каждый день идут тренировки по боксу. Вот. Есть еще по кикбоксингу, но, как сказал этот тренер, это говорит, все фитнес. Настоящее занятие в 6 часов. Так что надо прийти, наверное, попробовать. Тем более, так-то охота. Охота. И страшно одновременно. Вот отличаю страшно. Вот в качалку шел, не так было. Блин, сыкотно прям. Вот. Надо собраться с духом, с силами всеми своими и идти колотить по лицам других парней, таких же, как я. А то какой-нибудь чё на гаражных посиделках меня отпиздит нахуй там. Чтобы этого избежать, так что нападай первому. Для этого я подготовлюсь к следующим посиделкам гаражным. Это, конечно, шутка, друзья. Друзья, это все шутки, не воспринимаем никак. Точнее, воспринимаем как шутки. Надо же двигаться, куда-то идти. Ну, если пошел в секцию, то есть, ну, чтобы не впустую, а, так скажем, ну, навыки свои, в общем, оправдать. Зря ты учился, не зря. Так что давайте так. 100 тысяч лайков, и я выступаю на соревнованиях. А если у меня будет 100 тысяч подписчиков, то я подготовлюсь для шоу «Битва за хайп» у Хача. Это вообще четко просто будет. Бля, мотивация, бля. Единственное, что там чисто бокс на 6 часов, который вечером. Который позже, они там вроде как кикбокс или что-то такое. Ну да, вроде как кикбокс. И кто их тренирует, я этого чувака даже знать не знаю и видеть не видел никогда. Главное, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Можете подписаться на мой инстаграм, он там есть, но ссылки нет. Вот так прям вводите, как там написано, все у вас будет замечательно. И у меня тоже. Все, всем пока.